идти, чтобы там научиться много разных интересных вещей. Мне там, наверное, очень понравится. Там у меня уже есть друзья. В школу надо ходить еще, чтобы быть умным, чтобы получить образование и профессию. Я думаю, что будет предмет физкультура, русский язык, математика, литературное чтение. Ну и, по-моему, все. Школа очень близко. Здание мне очень понравилось, оно очень красивое. И вокруг очень красивая природа. Природу я очень люблю. Мне хотелось, чтобы класс был дружным, чтобы там было много девочек и мальчиков. Мальчики я хочу, чтобы были, потому что будет кому меня защищать. А девочки я хочу, потому что я с девочками дружу. В День знаний я бы хотела всем первоклассникам пожелать хорошего учения, чтобы они старались, когда они учились. Чтобы у них все получилось, и большой удачи!